Всем привет! Сегодня у меня будет пересадка кофейного деревца. У меня примерно года полтора-два назад было видео, когда я покупала. Саженцы такие были небольшие, их было несколько штучек, и я их рассаживала в разные горшочки. По отдельности я хотела вырастить, чтобы именно в горшочке сидело одно деревце, а не несколько. Конечно, по моему опыту я скажу, что они вот это разделение переносят очень плохо. Хотя я и аккуратно, ну, старалась не повредить им корневую систему. Но все же некоторые кустики у меня, конечно, погибли. Ну, некоторые кустики я раздала. Я их когда разделила, у меня их было 17. Ну, там и маленькие, и побольше, ну, 17 штучек было. Оставила себе один самый крепкий и хорошо развивающийся саженец. Сейчас я его перевалю в другой горшок. Я ему купила керамический горшочек повыше. Все же это дерево, и корневая система должна развиваться хорошо. И оно, в принципе, уже требует пересадки, потому что здесь уже одна корневая система. И потом расскажу, как я за ним ухаживаю. Купила вот такой ему керамический горшочек. Здесь у меня уже насыпанный керамзит. Естественно, там есть дренажное отверстие, чтобы водичка не застаивалась. Выглядеть будет по-другому. Красиво будет. Ну и как раз где-то в два пальца побольше, чем этот горшочек. Просто он повыше еще. Грунт я приготовила. Вот такой вот рыхлый. Кофе не любит тяжелые совсем грунты. Все-таки это тропическое растение. И там, как правило, грунт рыхлый. Здесь у меня универсальный грунт, уголь древесный и вермикулит. Его прям видно. Видите, какой он? Не стала я добавлять сюда ни песочка, ничего. И еще я ему добавлю удобрение Асмакор длительного действия для экзотических растений. Сейчас я насыплю грунта и туда добавлю Асмакор, перемешаю. Ну вот, вот так вот грунта насыпала. Сейчас я добавлю удобрение. Ну вот так вот щепоточку возьму и вот так перемешаю. Видите, грунт рыхлый, хороший. Там достаточно будет. Ну, скажу, с большим трудом я его оттуда вытаскиваю, потому что корни прям хорошие, разрослись и приросли прям ко дну. И вот я его обстучала. И вот потихонечку достаю. Смотрите, одни корни. Одни корни. Я сейчас попробую ему слегка вот этот керамзит оттуда. Прям аккуратно. Кофе пересаживать нужно очень аккуратно. Оно не терпит, когда вот какое-то повреждение корней. И вообще он не любит даже, чтобы его трогали. Ну вот я как могла, вот немножко высыпала. Больше я ничего делать не буду, потому что я боюсь повредить. И сейчас буду присыпать. Ну, ему этот горшочек, конечно, будет лучше. Сейчас он вообще попрет, потому что у него прям, я говорю, одни-то корни. Земля вот сверху немножко обсыпалась, и все. Но ему надолго этого горшка хватит. Ну вот такой у него теперь красивый домик. Думаю, он оценит эту перевалку. И сейчас расскажу, как я за ним ухаживаю. Кофейное дерево, оно предпочитает очень яркое освещение, но не прямые солнечные лучи. Очень хорошо подходит восточная сторона. И западная тоже подходит. Ну, лучше, конечно, восток. Ну, естественно, если нет востока, то западная. Если южная, то можно его поставить
подальше где-то от окна, например, или притенять какими-то растениями, либо шторкой. Любит очень душ теплый. Он любит, когда ему моют листья. Ну, конечно же, это тропическое растение, поэтому любит повышенную влажность воздуха. Очень давно мечтала вырастить себе кофейное дерево. Уж очень оно красивое. Такие красивые глянцевые листья. Ну, когда растение здоровое, да, и листва, соответственно, тоже выглядит очень красиво и эффектно. Но бывают и такие вот листики. Вот у меня, кстати, один, кстати, листик, видите, какой? Вот эти краешки я просто можно убрать вот ножницами. Ну, чтобы не портило, да, декоративный вид. А вообще, вот эти листики появляются от недостатки влажности. И, кстати, я вот на нем заметила, посмотрите, вот эти почки. Я думаю, что это цветочные почки. Удобряла я его только Фертика Люкс. Грунт я вам сказала, какой он предпочитает. Место расположения тоже сказала, что очень светлое. Да, и он не терпит сквозняков. Он не любит, когда ему часто меняют место. То есть это растение одного места. Вот его поставили, и оно стоит. Не нужно его вертеть, трогать его, как бы, ну, не любит это. И на своем опыте сейчас бы я не стала делить кустики. Просто там бы все равно вот эти вот, которые слабые, они бы погибли. А сильные бы остались жить. 4-3 кустика бы выросло. То есть 3 ствола бы было бы и все. И макушка, соответственно, пышнее бы была. Ну, решила попробовать так. Ну, я вот результатом вот этого деревца довольна очень сильно. Посмотрим дальше, как оно будет развиваться. И, конечно же, если зацветет, я обязательно сниму видео. Но сейчас я пересаживала очень аккуратно и не повредила вообще ни одного корешочка ему. Думаю, что с пересадкой будет все хорошо. А так, желательно кофе не пересаживать ежегодно. Его делают пересадку раз в 2-3 года. И то по мере разрастания корневой системы. Его не надо часто, потому что он не очень хорошо переносит эти все манипуляции. Так что не бойтесь выращивать такое деревце, красивое очень. Желаю всем успехов. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.